Внимание! Найден путь к голодному желудку через вкусное горячее питание. В Кировске открыто Тайбола, новое кафе в торговом центре 7 дней на втором этаже. Ежедневно с 9 до 9 для вас горячие завтраки, салаты, домашние пельмени и вареники, качественные безалкогольные напитки. Пройдя по этой дороге раз, мимо уже не пройдете. Какой прогноз приготовили синоптики на вторник, расскажу вам я, Валерия Вишневская. Здравствуйте! Завтра синоптики обещают самый прохладный день на этой неделе. Сильнее всего температура понизится в областной столице, а на территории всего региона снова дожди. В Кировске на протяжении всего дня значительная облачность и осадки. Термометры покажут 15 градусов со знаком «плюс». Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7 метров в секунду. В Апатитах в первый день последнего летнего месяца тоже дожди. Воздух, как и в Кировске, прогреется до 15 градусов выше нуля. А вот ветер будет чуть сильнее – 2,9 метра в секунду. Не обойдут дожди стороной и юг Кольского полуострова. В Кандалакше будет лить с утра и до самого вечера. Тем не менее, столбик термометра достигнет отметки плюс 17 градусов, а вот сила ветра не превысит 8 метров в секунду. В Мурманске день ожидается не только дождливым и ветреным, но также довольно прохладным. К обеду воздух прогреется лишь до 11 градусов. А сейчас заглянем в народный календарь и узнаем, как 1 августа по погодным приметам на Руси судили, какими будут следующие 3 месяца. Осадки, например, сулили дождливую осень и хороший урожай грибов. И, судя по прогнозу, на завтра тихая охота в ближайшее время будет успешной. А у меня на этом все. До встречи!